Всем здорова, дорогие друзья! С вами Костя Флейзин, и сегодня мы зашли в игру GTA 5, чтобы проверить одну мистическую тайну поселка Сэнди Шорс. И, друг, я тебя сразу попрошу, напиши в комментариях, чего ты боишься больше всего на свете. Вот реально, не стесняйся и пиши свои страхи в комментариях. Вот лично я боюсь безумно пауков, и это, наверное, мой самый главный страх. Так что, друг, спускайся в комментариях и пиши свой главный страх. А также не забудь поставить данный видосику лайкусик, а также не забудь подписаться на мой канал. Но я не буду тебя задерживать, и мы начинаем! Друг, извини, что отвлекаю от просмотра видоса, но я знаю, что ты не подписан на мой канал. А ты знал, что таких, как ты, 65%? Это безумно много. И чтобы ты понимал весь масштаб проблемы, на наш канал не подписаны 1 749 тысяч человек. Потому что у них горит красная кнопка «Подписаться». Теперь я попрошу тебя... уничтожь красную кнопку подписки, чтобы она стала серой. А также не забудь про лайк, ведь он тоже важен. Ну и напиши комментарий, чтобы попасть в следующий видеоролик. Давай, друг. Вся надежда только на тебя. Мы обязаны остановить эпидемию красных кнопок подписаться. Ну и приятного просмотра. В общем, дружище, я готов уже проводить наш мистический эксперимент, но перед этим, вот сейчас, напиши в комментариях, что это вообще за персонаж и из какого он мультика. Вот лично я знаю, и я хочу именно тебя проверить, вот знаешь ли ты этого персонажа. Если ты знаешь, то пиши обязательно этого персонажа в комментариях и из какого он мультика. Я даю тебе 3 секунды, так что давай, пиши быстрее в комментариях, что это за персонаж. Ну и раз, два... 3. Я надеюсь, ты написал, что это вообще за персонаж, а если ты написал, то молодец, и ты получишь от меня сердечко в комментариях. Ну и, братан, давай, садимся в наш кибертрак, и такой желтенький, прикольненький, и уже поедем. Значит, друзья, я читаю ваши комментарии, и мне один подписчик написал то, что надо приехать именно в этот поселок, вот к этому дому, да. Говорят то, что этот дом у нас, получается, сгорел где-то 2 дня назад, да, и там появляются какие-то мистические существа, да. Люди, которые там живут, они боятся, друзья. Так что мы отправляемся именно в это место и будем смотреть, что там происходит. Также я еще на одном из форумов почитал то, что если написать там секретный, друзья, номер, то можно просто увидеть что-то нечто похожее на клоуна и как его называют, обычно мороженщик. Да, я, честно, друзья, не понимаю, кто это такой. Так, и нам тут получается направо. Так, тут полиция какая-то, так, что-то, какие-то у них наряды какие-то очень странные. Так, ну-ка, давайте посмотрим, наверное, от первого лица. Так, так, какие-то клоуны, может, что-то, какая-то шутка, может, какой-то пранк. Так, так, тут также нам не дают прохода. Так, ладно, давайте, друзья, поедем дальше. Так, ё-моё, тут, блин, все заброшено, меня что-то это немножко напрягает. В общем, друзья, называют этого чудила мороженщика. Так. Что это за хрень, друзья? Так, у нас начинается дождь еще одновременно. Господи, капец, мне что-то это вообще не нравится. Так, что они тут делают? Так, у одного получается... Так, ну-ка, друзья, давайте подъедем. Так, ну-ка, блин, они вообще опасны. Так, у кого-то метла или что-то такое, а у другого клюшка гонит. Так, ну-ка, друзья, давайте развернемся и уедем отсюда. Так, что-то немножко мне не по себе. В общем, друзья, зовут его мороженщик, как я уже узнал, да, на форуме. И, друзья, вот реально, напишите в комментариях, кто это вообще такой. Вот я что-то слышал, какой-то мороженщик, какой-то то ли клоун, то ли еще кто-то. Но, в общем, друзья, напишите вообще в комментариях. Я думаю, вы больше знаете, чем я. И, так, мы уже, в принципе, тут должны повернуть вроде как направо. Так, мы поворачиваем на нашем офигительном кибертраке и уже... А тут, о, да, тут все. Тут уже нормальная дорога, тут мы уже сможем с вами проехать. Так, тут, стоп, давай, проезжай, чел. Так, и заворачиваем уже налево с вами. Так, ну-ка, а тут у нас какие-то тела лежат. Что это такое? Так, что-то сегодня какое-то странное. Так, это тоже клоуны или что? Или мне так кажется? Так, они вроде как, друзья, лежат, думаю, не встанут. Так, давайте с вами выйдем и посмотрим, что это вообще за существа. Это реально клоуны какие-то. Так, ну-ка, а тут что? Так, это тоже клоуны. Так, что-то мне не очень нравится, друзья, эта вся ситуация. Давайте проедем так и уже поедем дальше к нашему месту. Так, получается, нам остается совсем, друзья, чуть-чуть. Так что давайте уже поедем быстрее к нашему месту. И, друзья, пишите также в комментариях, куда мне в следующий раз поехать. И вообще, какую мне тайну разгадать. Потому что, честно, я думаю, на постоянной уже основе записывать такие вот рубрики. Потому что я думаю, вам это нравится. И...
принципе, я вижу это по лайкам и, в принципе, по просмотрам, то, что вам это нравится. Так что, естественно, влепите сейчас лайкусик, если вам этот формат шоу нравится. Так, ну и, друзья, мы уже, в принципе, практически подъезжаем. Так, и вот только я не пойму, так, какой именно дом? Потому что, что-то, ой, ё-моё, мы даже немножко врезались. Так, а куда нам надо, друзья, ехать? Получается, так, ну... Блин, мне вот сказали, получается, вот проезжаешь несколько метров и потом направо. Там будет ангар и потом реально направо. Так, ну, все, заезжаем и, наверное, уже направо. Да, вот направо тут, получается, у нас ангар с самолетами и направо нам, получается, надо ехать. Потом мне сказали, увидишь конюшни и тоже опять направо. Так, ну-ка, ну, вроде как это похоже на конюшню, друзья. Мы вот так заезжаем. Блин, дождь, конечно, этот бить. А сколько сейчас времени? Ну-ка, мне интересно. 0-0-0. Блин, ну конечно, это жесть. Так, получается, сейчас мне сказали направо тоже вроде как ехать надо было. Давайте завернем. Так, и где-то тут, получается, сгоревший дом находится. Так, блин, ну вот надо сейчас еще форум, друзья, на телефоне открыть. Там, получается, было вроде как три номера, на которые надо позвонить. Так, вот, друзья, вот этот дом. Он сгорел у нас, получается. Давайте, наверное, вот тут вот кибертрак наш оставим и уже выйдем. Так, все, выходим, друзья. И будем уже смотреть, что тут да как. Так, получается, так, какая-то машина. Ну-ка, давайте подойдем, может, это какие-то хозяева тут, ну-ка. Хотя, стойте, друзья. Это какая-то клоунская машина. Мне что-то это не очень нравится. Так, окей, ладно. Допустим, допустим, друзья, давайте, наверное, наберем на номер, что ли, потому что вроде как сказали то, что если нам надо встретиться с мороженщиком, то нам надо позвонить на некоторые номера. Так, получается, это номер 5. Так, стоп, нет, стоп, позвонил. Так, 5, 5, 5, 0, 1 и вроде как 6 и 8. Все, друзья, набираем и... Так, ну-ка... Так, ну-ка, соединение у нас есть, но никто не отвечает. Хотя... Да, реально, никто не отвечает. Хватит прикалываться. Так, что-то не понял. Так, какой-то мужской голос, значит, сказал нам, хватит прикалываться. Так, значит, 5, 5, 5, 0, 1, 8, 2. Так, все, друзья, набираем и... И чё? Так. Соединить. Чё это такое? Так, сбросили? Так, друзья, меня... Еще тачка. Так, друзья, вот этот дом мы пока что... Господи, тут три уже машины клоунских. Так, друзья, давай... 4! Так, мне это реально не нравится, потому что дождь что-то начался. Так, давайте посмотрим вообще дом. Как-то мне сказали то, что тут есть уже разбитые стены и... Так, ну-ка, вот, вот тут вот давайте зайдем сюда. Так, ну-ка, так... Друзья, тут клоуны. Тут реально повсюду клоуны. И мне это... Второй клоун. Так, друзья, мне это реально уже что-то не очень-то нравится. Так, давайте, наверное, выйдем и посмотрим, наверное, другой вход. Так, ну-ка, тут у нас вход, получается, был. Так, машина клоунская. Еще клоун. Так, ну-ка, они, кстати, разных всех цветов. Еще там еще клоун, друзья. Еще, господи, сколько их тут. Так, мне это, друзья, реально не нравится. Мне это реально не нравится, и нам надо, кажись, отсюда сваливать. Потому что на номера вообще нам никто не ответил. Какой-то, какие-то звуки были. Так что, да, еще гроза начинается. Давайте, друзья, отсюда сваливать. Так, друзья, чё? Так, стоп, это что такое? Это что такое? Я просто обходил дом. Так, друзья, там что-то произошло. Там реально что-то... Что это? Ребята, мой... Что? Кто это такие? Кто это такие? Тут клоуны! Ребята, господи, бежим! Так, тихо, тут очень много клоунов. Так, давайте отбиваться. Так, на! Так, все нормально. Господи, они стреляют! Ай, он... Кто-то... У них главный, короче, ребята, горит, и он стреляет еще. Так, друзья, давайте убегать, убегать, убегать. Так, у меня вообще какое-то оружие есть нормальное. Так, катана. Давайте, друзья, автомат используем. Так, на, на! Так, нормально, неплохо, минус один сразу. Так, хорошо, так. Вот, смотрите, друзья, вон один стреляет. И это, наверное, главный мороженщик. Так, давайте. Так, так, тра-та-та. Так, господи, а вообще его уничтожить можно так? Давайте, тра-та-та-та-та-та. Ребята, он горит. Это просто жесть. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, тихо, уходим, уходим, уходим. Так, вроде, вроде все. Там вроде только этот один мороженщик. Так, давайте, что у нас есть? Что у нас, друзья, есть? Так, есть рельсатрон. Давайте, может, его используем. Хотя, блин, друзья, у нас кибертрак взорвался. Это просто жесть. Так, ну-ка, блин, тут везде клоуны просто. Тут все горят. Так, стоп, он пропал.
друзья, он, кажется, реально пропал. Хотя, или кто его знает? Так, друзья, он... Нет, он не пропал! Так, друзья, давайте уничтожим его! Уничтожим! Так, на тебе! Чё с ним, друзья, делать? На! Господи, так, давайте что-то... Не знаю, может... Огнетушитель! Огнетушитель, друзья, есть! Так, давайте, может, против него огнетушитель будем использовать. Так, давай, 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 и... Огнетушитель даже не помогает! Так, тихо, тихо, убегаем, убегаем! Так, давайте что-то будем... Может... Я не знаю, друзья, что против него использовать. Так, давайте, дробовик, дробовик! Есть! Просто, друзья, лучше, мне кажется, уезжать. Лучше уезжать, реально. Так, уезжаем, уезжаем. Так, давайте, открыт, открыт. Да, открыт, все. Друзья, улетаем отсюда просто нафиг. Так, все, уезжаем, уезжаем, уезжаем быстрее. Фух. Господи, друзья, что за бред? Что за нахрен? Что за нахрен? Почему мороженщик? Так, все, уезжаем, уезжаем быстрее отсюда. Так, куда уезжать, куда уезжать? Так, опа, опа, так, ломаем забор полностью. Фух, нормально. Нормально, вроде оторвались, вроде как реально оторвались. Фух, господи, друзья, что это за... Кто это вообще был? Почему он горел? Почему он не умирал? Это, кажись, все номера, ребята. Это реально все номера, кажись, наши. Так, давайте, не знаю, вот вроде как я это заснял, давайте все же отправимся ко мне домой, и там уже будем как бы разъяснять, что это вообще было, потому что это просто трэш. Так, друзья, все, я вроде приехал домой, и... Чё? Это... Это они! Так, стоп! Друзья! Я слышу, кто-то кричит! Так. Вроде они не трогают меня. Так, ушел. Чё за бред? Сколько их тут? Все горит! Так. Друзья, все горит, все горит! Так, ушел отсюда! Почему? Почему они у меня дома? Так, ушли все! Ушли нафиг все! Так, друзья, надо. Это он! Друзья, это он! Это он, давайте, обстреливаем его! Так, ну-ка, давай, 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 и тра-та-та-та-та. Так, друзья, все, они захватили мой дом. Они реально захватили мой дом. Так, не вставай вообще отсюда. Так, тихо, друзья, он вроде не мог стрелять. Тихо, все взрывается, все взрывается. Так, тихо, друзья. Друзья, надо валить отсюда по полной. Так, уходим, 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 уходим. Сейчас все рванет нафиг. Так, вау, друзья, просто жесть. Так, нам надо как-то быстрее скрыться. Нам надо быстрее скрыться. Так, нам надо быстрее машину найти и... Боже, он за нами, кажется, бежит. Он реально за нами бежит. Фух. В общем, друзья, вроде как я убежал. И уже, друзья... Да ладно, рассвет. Фух, вроде как, друзья, никого нет. Так, это там девушки, да? Да, фух, друзья, все. От клоунов вроде как мы избавились. И теперь... Фух, рассвет начинается, слава господи, просто я офигел. Друзья, ну это просто была очень жесткая и эпичная серия. Я надеюсь, вам она понравилась. Если так, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я для вас очень сильно старался. Ну и с вами был Флейзин, всем удачи, всем пока, народ!